настраивались, ну, как обычно настраивались, очень плохо настраивались. Ну, знали, что у нас шансов не так много, то есть у нас последний шанс в среднем нечего. Два периода, в принципе, мы выполнили. Первый, может, провалили, второй отработали как надо. И на третий вышли опять не собраны. Ну, даже не знаю, что сказать. Что в периоде говорил перед третьим периодом тренеры, что говорили в раздевалке, о чем просили? Ну, нам надо было выйти просто и выиграть матч, но у нас это не получилось. Мы все старались, но, к сожалению, не получилось, соперник был сильнее. Но по ситуации на площадке не скажешь, в общем-то, преимущество скорее было за нами, по крайней мере, второй, третий период. Ну, второй, да, какие-то опять нелепые ошибки, как выпускали в обороне, нападение, где-то не забрасывали шайбу в зону, ну, теряли, ну. Все накопилось, капливается. Я думаю, что это не сегодня игра, это уже началось со второй игры. С первой, со второй игры вот этот результат. Поэтому завтра надо просто забыть, все переосилиться, строить, чтобы остаться в группе. Ничего не надо, выиграть завтра, все. Ну, всего лишь навсего, но... Как угодно. Как угодно. Австрия выиграла сегодня 3-2, да. Вот. Миша, какой-то был момент ключевой в игре, вот, когда вы почувствовали, что не отыграться, наверное, уже? Наверное, когда шестую шайбу забили, поэтому уже почувствовали, что уже все. То есть после четвертого гола такого еще надлома морального не произошло? В принципе, нет. У нас были шансы забить, когда еще 3-2 было тоже. У нас не получилось. Сегодня мы прибавили при игре, в большинстве 3 шайбы забросили, как-то менялась игра. То по-новому отрабатывали какие-то схемы. Ну, в принципе, мы как бы уже собрали звено, то, которое должно играть. У нас были моменты, мы играли довольно неплохо. Поэтому забросили, защитники бросали, дальше закрывали, повторяли. Какие сейчас настроения, вот по ощущениям капитана, превалируют в команде? Что это? Отчаяние, злость на себя, на соперника, на судьбу, я не знаю. Да нет, почему это еще у меня это какой-то этап, наверное. Вот. Есть черная полоса, а есть белая полоса. Это просто надо. До этого мы играли неплохо. Сейчас больше последних неудачных. Надо делать выводы, наверное. Есть много обстоятельств, почему мы так играем плохо. Каждый должен искать в себе их. Миша, у тебя богатый опыт. Ощущения какие, как говорят, чуйка спортивная. Как завтра сложится со Славянцем? Просто деваться некуда, надо выигрывать матч. Что говорить?